Дистанционное обучение давалось восьмикласснице Екатерине Масловой непросто. Все дело в том, что компьютера в семье нет, а телефон для этих целей не слишком подходит. Чтобы выполнить домашнюю работу, приходилось ходить к соседям или одноклассникам. Теперь проблема с дистантом осталась позади. Я считаю, что вот этот планшет поможет тебе отлично учиться в школе и оправдать надежды мамы. Конечно, очень тяжело учиться дистанционно, телефон не открывает никакие файлы, хотя и у меня достаточно хороший телефон. Поэтому обратились к Владимиру Викторовичу за помощью, отреагировал очень быстро, на что ему большое спасибо огромное. Южноуральские депутаты уже подарили 500 планшетов семьям школьников, у которых нет возможности их приобрести самостоятельно. 250 человек еще просят оказать помощь в приобретении планшета. Мы оперативно приняли решение президиумом регионального политсовета выделить дополнительные деньги за счет, конечно, личных пожертвований, за счет членских взносов и приобрести еще вот то необходимое количество планшетов, которые... Также депутаты в ближайшее время планируют закупить внушительное количество средств индивидуальной защиты и раздать их южноуральцам. Вячеслав Ватутин, Урал-1.